Небесный фейерверк или столкновение частиц с атмосферой Земли. Их называют космическими лучами. Планету они пронизывают постоянно, но человеческому глазу их не видно. Алексей Юшков, выпускник классического вуза, следит за ними из Чехии. Космические лучи, у них энергии гораздо выше, чем энергии, которые мы можем получить на Земле, в том числе на Большом адронном коллайдере. Мы хотим понять процессы, с помощью которых во Вселенной, то есть в природных условиях, эти частицы достигают этих энергий. Космические лучи и их потенциал – главное направление астрофизики во всем мире. Обменяться идеями в Барнаул приехали 160 ученых из Японии, США, Норвегии и двух десятков стран. Алтай встречает как регион, который за 40 лет внес немало в изучение лучей из космоса. Самое главное – это развитие модели, развитие теории, ускорение космических лучей, развитие в области моделирования физики космических лучей. Поэтому эта группа сильна именно этим направлением. Это чрезвычайно важно нам, экспериментаторам, для того, чтобы сравнить результаты эксперимента с результатами модели. Мы постоянно находимся в, так сказать, условиях радиоактивности, создаваемой космическими лучами. Вплоть до молний может оказаться так, что космические лучи влияют на климат. Влияние на климат и, как следствие, здоровье человека особенно актуально в условиях ураганного лета на Алтае. Но однозначных ответов у ученых пока нет. Сейчас в Сибири действуют две обсерватории по сбору данных о лучах – в Иркутске и Бурятии. Еще одна, возможно, появится в нашем крае, в Алтайском районе. Наш округ, по словам экспертов, идеально подходит для наблюдений за космосом. У нас большее по сравнению с другими регионами России количество безоблачных ночей. В безлунную, безоблачную, так сказать, время ночью можно регистрировать как раз гамма-кванты, приходящие к нам из далекого космоса. Судьба космического проекта в крае решится осенью, но нам уже есть чем гордиться. Впервые за свою историю Алтай – всемирная площадка, где прямо в эти минуты ученые планеты ищут пути движения космических лучей. Анастасия Дороган, Андрей Печоркин. Наши новости.